также разминировали российские военные. Ох, нихуя, блядь, на красный втащил его. Да, это зай. Там он еще один. А удобно, да, ездить? Еще один. Извините. Да, а нам куда? У нас сзади он подпирает уже. По встречке они чешут. Такие умные, блин. Ничего, что вы по встречной едете, а? Вы что, предъявляете? Что, иди отсюда? Иди давай, сам иди. Да, такой же сам. Что, я не тороплюсь? Правильно, конечно, мы-то по своей полосе, он по встречке едет. Давай, давай. Ну и чё? Чему ребёнка учишь, урод? Спасибо. Дай, 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 дай.
Представляете, какие у нас ополченцы крутые. Да, вот так и вертикальным взлетом, да? Ребята, вы не путайте одно с другим, как бы. Одно дело, если сама армия воюет, другое дело, если просто идет помощь.